Makita 5008MG. Циркулярная пила для обработки материалов из древесины. Инструмент поставляется в фирменной упаковке и комплектуется предустановленным пильным диском, параллельным упором, патрубком для подключения строительного пылесоса и техническим паспортом по эксплуатации устройства. Станок состоит из металлического кожуха с пильным диском и моторного блока с двумя рукоятками для удобного хвата. Корпус электродвигателя выполнен из прочного пластика. На основную рукоять вынесена кнопка запуска электропилы и блокиратор, защищающий от случайного включения инструмента. Работает устройство от бытовой электросети с напряжением в 220 вольт. Над передней рукоятью самого основания инструмента вынесен фиксатор угла наклона пильного диска и фиксатор параллельного упора. Глубина пропила под наклоном в 45 градусов составляет 57 мм и 75,5 мм под прямым углом в 90 градусов. Со стороны пильного диска расположена ручка для управления нижним кожухом. По центру пильного диска прижимной фланец и крепежный болт. Его потребуется открутить в случае замены пильной насадки, диаметр которой составляет 210 мм. Максимальная частота вращения пильного диска достигает 5200 оборотов в минуту. Дисковая пила Makita 5008MG предназначена для прямолинейного продольного и поперечного пиления, а также для пиления древесины под углом при наличии надежного контакта с распиливаемой деталью. При использовании соответствующих оригинальных дисковых пил Makita возможно также распиливание других материалов, например, металлических профилей.